Узбекистан, Ташкент. Пассажирам просим пройти к выходу номер B1. Вайб примерно такой. Я забыл в прошлый раз передать привет. Привет, Линечка. Я пришел в курилку. Я сажусь. Первый создан самолет за границей. Мы сели в автобус до самолета. Мы садимся в самолет до Сеула. Ребятки, я в шоке. Вы видите, это Ташкент, Сеул. Нам принесли какую-то штуку, сказали заполнить. Ура! Must visit shopping place in Korea. Lots of duty free. Myeongdong. Lotte World Tower. Busan. Jeju. Online. Мы взяли чемоданчики. Ничего. Здесь свои красивые. Мы ждем наш трансфер до отеля. Или до куда, я не знаю, до куда-то.
жарко. Но это, кстати, все не очень жарко. Я же в Крыму бываю. Корея. Блин, нет, он так не сделал. Но он все равно вау. Он внутри крутой. Он с кукурузкой, что ли? И с сыром. И с помидоркой. Нам привезли сервис. О май гаш. А я все равно много не съем, я уже, мне кажется... Сырановый банан. Так, это я сейчас как будто все съел. Лимон? Лимон. Лимон. Намсан. Просто за эти два месяца, типа, Джимина и пошел. Ах, это просто Jesus Christ, что это такое? Рум-тур. Здесь один халатик, я в другом халатике. Здесь у нас кроссовки. Это номер для двоих, но я живу тут один, поэтому здесь есть вторые тапочки, я уже в одних. Здесь есть раз полотенце, два полотенца, три полотенца, четыре, пять. Здесь есть две бутылки воды. Это я уже положил. Здесь нам дали две карты пропускных. Одна сюда положить, чтобы все работало. Другая тут. Дальше. Обзор элитного туалета. Во. Это те самые туалеты с вот этими штучками. Биде, массаж, тут что-то еще есть. Вош. Энма, драй. Я уже опробовал. Работает отлично. Но душ там нечего показывать. Но тут стоит отметить, как выглядят флаконы. Их даже, блин, не украсть. Абсолютно шикарная кровать. Огромная, мягкая. Но при этом, ну, хорошо мягкая. Там я уже в чемодан открыл. Здесь у меня портфель лежит, расческа, фен. Это я. И вид из окна. Вот так еще могу сделать. Мой нереальный влог продолжается. Сейчас я лежу и просто откисаю. После полета, после нашей прогулочки, блин, Канам такой красивый. И осознавая, что здесь живут все селебы, я просто вау. А еще вон записочка, вино и фрукты мне принесла очень милая кореянка. Я так и знал, я знал, что мне нельзя вообще ложиться, в принципе, на кровать.
В общем-то, что произошло? Меня вырубило нахрен. И я проебал дедлайн на 5 часов. Это нехорошо. Но мне сказали, я сегодня ничего не заруинил, но мне все равно дадут наказание. И как бы да. Конечно, я выспался, но, блядь. Ярмарка проходит, идут. Все, мы можем туда поехать. Изначально мы собирались на Ханган, но потом поняли, что идти слишком много, и поэтому приехали на Апгуджон пить соджу и кушать вкусненькие штучки. Мы пришли в макколишную, нам уже дали макколи и принесли баджон. И я еще пол заказал. Это очень необычно. Это на пиво, но это не пиво. Нам принесли какую-то штучку, стопу. Саша, твои впечатления? Остро. Говорят, что это лучший состояние. Да, надо отправить коллегам. Запатентованное. Так, да. 6 штук. Когда нажимаешь, то благодаря. Нужно выстрел. Кому-то упихнуться. Где лезет-то? Куда здесь полезет-то? Из чего полезет? Из чего полезет? Главное, чтобы не из того. Так и прошел наш первый день, а теперь давайте двигаться и загружаться к следующему дню. Доброе утро. Сейчас почти 7 утра по корейскому. Мы с ребятами встречаемся в 9 в лобби. Пойдем завтракать, а потом на целый день поедем в парк аттракционов в Эверленд. Там очень много экстремальных аттракционов, а я, по сути, в своей жизни не был ни на одном. Look at this dude! Wait till you see the. No. Я был максимум на вот такой вот штучке, маятнике, который вот так раскачивается. Но и то он даже ни разу не делал полный оборот. А там есть все просто, которое вот так вот крутится. Американские горки. И I'm so fucking excited, you know? Я поел очень вкусный завтрак. Очень вкусный. Приехали. Мы играли в забавные игры. Из корейских слов. Двери не повезло. Здесь огромное количество народа. И нам сейчас сказали, типа, если что, мы ничего не снимаем. Мы блогеры, друзья. Вот это такое красивое. А это просто нарисовано. Корейцы решили не работать и приехать всей Кореей покататься. Мы идем к Ти-экспресс занимать очередь. Ти-экспресс это как раз американские горки, огромные. Но я купил себе шопер именно от Эверленда с карточкой Марка. I'm gonna die. Еще сейчас, кажется, идет дождь, собирается, хочет идти. А мы идем туда. Смотрите, как красиво, зонтики тут всякие. Ирланд, надо обходить весь. China Moon. Вау, маленькие корейцы. Какая жесть.
спасибо Everland за то, что он сотрудничает с SM, потому что NCT Land. Просто, здесь Тэйон пару дней назад оставил свой автограф. Так чисто, why not? А что он розочки дарил? Мы не пошли на T-Express, потому что иначе нам пришлось там стоять 3 часа в очереди. У нас был free pass, но мы пришли на полчаса позже, чем у нас было забронировано, поэтому он отменился. Поэтому мы лошадь, идем на другую трассу. Еда! Вот такие вот принесли еду. У нас у каждого есть вот такая вот шушера на голове. Где? Алёна. А ты не была? Я вот именно на этом не была. Я на жирафах так была. А, это не жирафы? Это здесь львы, тигры. У жирафов там другой автобус с открытыми окнами. И это жирафы, где как голову тебе могут попробовать. Эти мудры, аппарат, хуже, Кьяунгэо, 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 Кьяунгэо,사전에 하루 24시간 중에 18시간 이상을 잠을 자는 잠꾸러기입니다. 나머지 6시간 동안은 사냥을 하는 친구들이고요. 사냥으로 발기가 적은 암들 중에서 유일하게 무리생활하는 친구들입니다. 그렇기 때문에 이렇게 3355 모여서 생활하는 모습도 만나보실 수가 있어요. 근데 앞을 쭉 이동해서 Сейчас она начнет крутиться и мы... Ух ты ж, это прикольно, это такой релакс. Я там просто вначале такой, да, вообще как-то релакс такой чисто. А потом просто остальную половину видео я буду орать, я клянусь. Jesus Christ, Коня. Girls. Куда я попал? Надо уходить отсюда, пока мы не... Это фиаско. Трэш просто. Была такая... Это была такая же заходить в магазин Куанья, потому что... I'm coming over. Какие здесь всякие штучки. Это все очень дорого, это очень дорого. Я хочу себе, блядь, Lightstick Shiny. И если я сейчас его куплю, я потом буду просто
плакать от отсутствия денег. Вот такой вот день. Потом мы пошли в Ц и снимали еще материалы для влог-шоу. А мы были в Эверленде 8,5 часов. А потом я просто открыл винишко, которое мне подарили. И да. В общем-то, я очень сильно устал, у меня очень болят ноги. Мы были 8,5 часов в Эверленде. 8,5, из которых мы посетили 3 аттракциона. Просто потому что стояли в очередях огромных. Я не знаю, мне кажется, все школьники Сеула сегодня собрались. Почему, блядь? Вот, вернее, уже вчера. Блядь, четверг. Что они там все делают? А еще там были люди в школьной форме корейской. Но это типа прикол такой у корейцев. Проводить свидания в стиле школьной поездки. Ну, это забавно во всяком случае. Итак, я открыл бутылочку. Самое время... Новый день, новые приключения. Сейчас мы поедем в OX. А сегодня вечером у нас концерт The Boys. Я хочу купить лайтстик. Не знаю, как я повезу уже 2 лайтстика домой. Но ладно. У меня осталось не так много денег, поэтому думаю... Я куплю себе альбомы, куплю себе каких-нибудь снеков и куплю себе вот как раз лайстик The Boys. Amazing. Мы пришли в торговый центр. Смотрите на количество книг здесь. Это шок. Это все айдол. Я в шоке. Чисто в честь их камбэка. Мы ищем фудкорт, где поесть. Сказали 2 кебаба. Сейчас... Алена пошла искать нам напитки. Вот одно из сердец Лула. А нам во всей своей красе. Все, мы покушали, сейчас будем еще кое-что снимать. Поедем в отель, закинем вот это вот добро. И уже будем готовиться к тому, чтобы выдвигаться на концерт. Все, мы переодеваемся, кто хочет. И сейчас будем выдвигаться уже на концерт. Давайте все-таки первый вариант, то есть на выбывание. Кто последний остается, тот и получит. Мы приехали. Мы идем. Thank you.
мне сильно, да? Я лежать мне так не
Thank you.
Thank you.
drill. Two more time. I'm in high time. My shit making so sweet. But not for that. Let's go.
Мы выпили соджу. Это просто охуенный день. Типа сначала мы были в ТЦ 500 миллионов часов, а потом мы были на концерте. И концерт был такой охуительный, блядь. Я не могу. Я сейчас заплачу. Это при том, что мы его еще разбавляли тоником. Мы выпили две бутылки соджу на двоих. Разбавленных. Yeah, I feel so fucking... Вот такой вот насыщенный был день. Да, а мы двигаемся к следующему дню. Всем доброе утро. Мы пришли в дворец. Yeah.
десерты. Закончили игру. И выиграли. Идем по Букчону, смотрим. Вау. Смотрим, где можно пофоткаться. Мы тут едем на Мендон и увидели каких-то бастующих на митинге. Ваши комментарии. Комментарии, я... I'm excited. Like, yes. Because it's gonna be this time for us. He's gonna visit the masterclass of Bada, I guess. Как красиво. Ребята, мы пришли в Азики. Здесь есть коллекция с Blackpink, но я не вижу саму коллекцию с Blackpink. А, вот она, да? Да. Сколько стоит это все? Прикол, короче, здесь есть серьги со всякими актрисами, с, вот, например, Любинка, вот она. Ну, понятно, что это, скорее всего, ремейк, подделка, но прикольно. Ну, вот еще. Очень прикольно. Было бы такое... О, здесь есть мужика. Итак, мы уже на новой локации. Мы были в отеле. Я уже надел все свои штучки, которые купил. А сейчас мы в сибирском метро. На станции, которая близко очень к нашему отелю. И едем на Soul First. К SM Entertainment зданию. Пойдем в Панья. Сейчас Алена мучается вместо меня, потому что знает корейский, несмотря на то, что здесь написано «О, нет!». Она все слетела. Ура, мы разобрались почти. Теперь Алена думает, есть ли деньги на карте. Алена, что ты думаешь по этому поводу? Включимся, когда будем на Soul Forest. Сейчас вы увидите корейское метро. Любимой, видимо, цитаты Мунбина из Астры. На такой грустной ноте день и закончился. Ну вот, начался этот день просто с потрясающего завтрака. Это был френч тост с бананами, кленовым сиропом. И, господи, это было так вкусно. Ну и поскольку снимать там было нельзя, как оказалось, это все, что у меня есть. Пару фоточек. И нам сделали сюрприз. Господи, боже мой. Подарили 2 подписанных альбома Эспы и Айдол для всех нас. Есть! Охренеть. Просто люди думают, что мы... Просто какая-то... Мы... Я просто, ну... Подписывай, бывай, ну... Цу, Влад. Thank you.
пикник. Да, луна. Мы досняли пикник и докушали. Было очень вкусно, классно. Мы в Сеульском, на Сеульском вокзале. Из Мадрида Эвелинушка были тут. I guess. Ну, еще здесь было Цутайго, да. Чем тот, в котором мы были. Ну, а еще я тут на этаж выше, чем предыдущий. Сейчас покажу номер. Значит, обзор. Во-первых, я охренел, потому что здесь есть доска и утюг. Это просто вау. А, здесь есть еще один комплект тапочек, две ложки, есть фонарик. Также, ну, дальше мы идем, проходим, тут я, да, привет. Здесь у нас холодильник, здесь у нас сейф. Это у нас телек, опять столик. Очень, очень красивая лампа. Мне прям нравится. Какая-то картина. Опять большая двухместная king-size кровать. Есть лампа, но самое крутое не это. Ну вот здесь у нас регулируется кондиционер. Самое охрененное — это ванная. Вы просто посмотрите, во-первых, она вот так вот закрывается. Вы просто посмотрите на это. И, внимание, думали, это все, а она делает так. И не знаю, кому это нужно, типа, ну, вообще. Но это закрывает вот эту комнату в целом. И... И как бы вот так, да. Ну, какая красота. Ты не хочешь это попробовать? Хочу.
Я иду на геолокацию, которую мне скинули ребята, потому что я не хочу гулять один. Вернее, я хочу, но как бы, ну, как будто бы я потеряюсь нахрен, поэтому, да. У меня был разряжен телефон, поэтому мне пришлось немножко с этим пострадать. Но сейчас уже все хорошо. Такой город. Мы вообще живем, ну, в такой спальной зоне. Здесь очень много отелей, потому что мы близко к самому главному пляжу, Хэнде. Вот. Такой райончик. Мы нашли точку с гадалками и таро в Пусане. Вот это прикол. Красиво, красиво. Ну, красиво, красиво. I hope я не спущу туда все свои деньги, оставшиеся. До хренища караоке, вот, например. И мы туда пойдем, надеюсь. Мы зашли в артбокс, и здесь есть эти вентиляторы, которые есть у всех корейцев, вообще, и айдол, в принципе. А еще тут играют. Блядь. Ну сколько здесь всякой бесполезной, милой херни. Стикеры. Целый огромный отдел со стикерами. Я купил себе этот вентилятор. Кио. Мы нашли бабл ти. И сами, даже не в Сеуле. Мы все купили бабл ти. Сейчас я... Ой, нет, нет. Сейчас я проколю ему клюв. Не получилось. Проколол ему щеку. А у меня нет хауби. Я наконец-то нашел корндог. Пусанский вайб. Корндог. И закончившийся бабл ти, который не бабл ти. Вот это прикол. Обзор, мои покупочки. Такой охренительный пакетик. Я купил себе стекло для телефона защитное. Я купил себе вентилятор, о котором мечтал 500 миллионов лет. И все. А, нет, обманываю. Вот. Селвер. 1985-й Аманда. Я не знаю, короче, какой-то запах, но пахнет он, мама дорогая, просто это так вкусно. Я как раз сейчас буду выходить. Так, все. Буду стараться им пользоваться по минимуму. Итак, самое интересное. Как вот эти. Нет, ну выглядит он, конечно, просто вау. Вот, ну да, у него. А теперь он есть и у меня. Это одна из лучших покупок в Корее, в принципе. Раз режим. Такой чистый. Два режим. Три. Это же чтобы просто. Когда ты умираешь, и такой... Oh.
тот день у нас снова был пикник, мы ели сашими, это было вкусно, но странно, а потом мы кушали чаджанмён и такую более людскую еду. Нашел лягу за 20 000 вон. Вау! Ух ты! Мы нашли чугу граффити. Sea Army. Ну как бы да. У них есть такие приколы. Ребята, происходит вот такое вот. Просто вау. Мы в деревне Камчанг. Вот. Эту деревню построили беженцы после войны корейской. И сами строили дома различные. Потом здесь сделали как бы национальный музей такой. И теперь это выглядит вот так. Она огромная, ну, в общем и целом. И очень красивые здесь такие цветные домики. И они каждый разного размера, там по-разному расписаны и так далее. В общем, очень красиво. Такой классный корейский антураж. А вот и girls and boy. Вот это тут гора, конечно. Thank you.
поехали на пляж, который... Не помню, как называется. Как называется пляж? Гуанали. Гуанали. Очень красиво тут. Я вижу... человека в воде. Рыбки! Здесь были красивые рыбки. Вот поэтому я подснял. Просто... мило. Краб-то. Мы с ребятками разделились, и я тут зашел в Subway, потому что хочу. Я, мне кажется, ел в Subway только один раз в жизни. И плюс тут есть виноградная фанта. Мы сейчас в Underground Shopping Mall. Здесь куча штучек всяких разных. Тут вот пирсинг делают. В целом прикольно. Он очень огромный. Это прям из метро выходишь, и вот он такой. Мы все ребята, и нам сняли две комнаты. Сейчас мы будем караоке. Я не знаю,
날 듯 가깝던 저 빛이 아득하게만 느껴지는데 눈앞에 Sell my way home. This was Anna. Yeah, we're good for you, Anna. 헤아릴 수도 심연에 가둬놓은 내 유약한 맘에 파고들어와 부서진 그 조각들이 Это последний день в Корее, но вот рум-тур из нашего последнего отеля. Мы тут так вот заходим, и такой вид открывается. Он меньше всех, который был, но он достаточно уютный. Здесь прикольная раковина, вот тут душ. Так закрывается он, там туалет. Он тоже закрывается. Это у нас handwash. Тут стаканчики для полоскания. И это было, кстати, только в двух отелях из трех, в которых мы были. Здесь есть максимально милый чайник, максимально милые стаканчики, максимально милый кофе. Здесь есть сейф, здесь есть мини-бар с водичкой бесплатной. Здесь есть это. Тут, конечно, стены немножко, да, но, блядь, похуй. Тут телевизор, а, да, тут платформа такая, здесь кровать, она очень низкая, но думаю комфортная за счет того, что все-таки она на возвышении каком. Но здесь зато, о, в общем так, что я еще не показал, кровать, телевизор, в общем-то все очень. Итак, мы заселились, сняли челлендж. Теперь я вот вижу через дорогу магазин Cacao Friends, я иду туда, посмотрю, что там может быть. И пойду искать магазин с типом альбомами, потому что я очень хочу альбом играть. Я нашел то, что мне нужно, но я сейчас умру. Подписаны альбомы, очень много подписанных альбомов, очень много. Ой, тут есть подписанный альбом Ены. Этот магазин намного красивее даже того же Кейтауна, просто вау. Очень милый ресторанчик на Хонде, ну такая кафешка на Хонде с курочкой. Я решила, что хочу острой курицы поесть в последний день. Поэтому вот так вот. Здесь так симпатично. Это было очень вкусно и очень хорошо. Я иду в отель. Как бы это мне и на ужин, и на поздний ужин. И на поздний ужин, возможно, еще на завтрак. Окей, гайс, вы хотели, получайте. Мне страшно. Еще больше мне страшно с того, что я начал синха, потому что... Так, во-первых, ну вот это. Я буду скучать по корейским дудкам. Во-первых, мне страшно начинать... первым открывать инха, потому что если выпадет не Сунхун, я, блядь, повешусь нахуй. Я... Там, конечно, такие фотки разъёбные, блядь. Специально взял эту версию, потому что там самый секс, ну, буквально. Буквально вау. Очень красиво. Здесь написано new. You and I are connected through blood. Бля, если честно, не хотелось.
Ну все. Guys, now. А вообще нормальная ситуация у нас? Нет, блядь, это все очень интересно. Я просто, мне надо найти Санхуна, сдохнуть пару раз. Нет, это пиздец. Блять, это пиздец. Блять. 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 Что это нахуй такое? Ау! Окей. А где карта? Окей. Карта-то где? Охуеть. Посмотрите, это типа... Это вау. Это вау. А вот то, что я не могу найти карты, это не вау. Где? Блять, простите меня. А где хоть что-либо? Так, секунду. Ну, блядь, ну долбоёб я, ну пора давно признать. Они тут. Я ничего не смотрю. Ничего я не смотрю. Я ничего не смотрю. Охренеть, блядь, тут приколов, конечно. Все, больше ничего нет. Такой диск. Это буква... Джей! Это что? Это... Вау! Блядь, знали бы вы, как я люблю вампирскую тематику, заплакали бы. Конечно же, охуенные стикеры. Ну что? Я не смотрю. Раз, два, три. Шефин! Так, тут что? Я все, я не видел. Раз, два, три. Тоже Хисын? Чё, угораете? Блять, у Бикита какой-то прикол на закладке в последнее время. Ну, не Бикита, а Хайба, прошу прощения. This mark on the neck is a sign of our destiny. Да? Ну, как бы... Вот так можно тогда... Да, мне попалась
Оба Хисына. Блять, какие... Нет, ну он вау, конечно. Абсолютно идет этот цвет. Я сначала пиздец испугался, что нету карт вообще. А я просто не смотрел анбоксинги, сейчас посмотрел, охуел. И как бы, да. Сейчас я сниму быстренько этот фотобук. Спасибо Энхайпен за то, что убили меня в очередной раз. Как бы ничего нового. Но сейчас меня убьет Бэкхён в очередной нахуй раз, потому что, блять, это пиздец. У меня есть только один City Light из его камбэков. Ой, сейчас я его воспользуюсь этой закладочкой ебейшей. Но, блять, как бы... Типа, ну, Бамби буквально мой самый любимый альбом Бэкхёна. Типа, ну, блять, я его увидел и такой, все. Пока. Ну, если я это не беру, я это беру. Ну, в любом случае, понимаете, да? Король. Блять. Прекрасная Cry for Love. Фотобук здесь просто сдохни или умри. Ну, как и все фотобуки Бэкхёна, да? Поэтому я его уже тысячу раз видел. Вам вот так вот пролистаю, если что-то видно вообще. А ничего не видно. Вот это просто охуительно. Типа, они все такие матовые, и это одна глянцевая. Просто охуительно. Блядь, я так люблю. Ой, следующий. Ой, я так люблю Бэкхёна. Блядь, блядь, какой он охуительный. Я хочу увидеть все остальное. Блять. Я обожаю нахуй вот такие вот так любимые. Окей. Блять, это очередной прекрасный лирик-бук. Вот что я люблю в альбомах Бэкхёна, так это лирик-буки, потому что это нахуй просто прекрасно. Ну, типа... А где моя любимая? Где моя любимая? Прекрасно. Ой, о май гад, это, конечно, тоже вау. Amusement Park. Все, нахуй, поем, акапелла. Темиатан, и я кега кунингой, на море сочи, китаре тонго напонинго, кияге сол, но ванаге сатуля басо, амульдо, отон, ете мичиге, тауни япсен нома, таджера сайсу иса, чукуга. Без всяких читов. Сауди япсен нома, матера сайсу иса, чукуга. Чего ты наи, кем се пиджин обсо, чего дымил, манага, я чем де котен гадо, вы ники момнен гая. You make me feel so high, babe, then crush me to the ground, babe. Сарани на чем оттаненде, нам и надо саранге, шикем унуджо, бейб. Every time that I cry, my tears to never dry. 몸을 거쳐나가는 낙엽밤. 나를 그만큼 멀어져, 너무 빠져버려져. Was it really love, baby?
Katibayo, I cry for love, babe. Nanchakoshipo, I cry for love, babe. Yeah. Да, я люблю Бакиона, как бы. Всем спасибо. Бакион краш. Стоп! Не все. Я забыл показать плакат, который я сам еще не видел. А второй? Здесь почему-то два плаката. Нахуй, вау! Нахуй, если мне не будет это висеть в комнате, я умру. В общем-то, на этом все. I guess. Ну, типа, как будто бы да. Камсамнида. Я считаю, это лучше. Дидера поет. Вот и все. Последний день в Корее подошел к концу. Сейчас останется буквально совсем чуть-чуть ночь и немножко утро для того, чтобы еще насладиться немножко Кореей и Сеулом, Хонде. Мне... Я не знаю, что я сейчас чувствую, потому что мне безумно грустно уезжать отсюда. У себя я поставил вопрос перед поездкой, узнать, смог бы я тут жить. В конце концов, я пришел к выводу, что мне не хватило времени для того, чтобы понять это. Поэтому я надеюсь, что я смогу сюда вернуться через год. Возможно, раньше, возможно, позже. Но главное, чтобы вернуться. Пока-пока! Спасибо, что смотрели этот влог. Я думаю, смысла перелетов не будет снимать, потому что я буду очень уставший, очень некрасивый, поэтому хочу закончить свой влог здесь. Спасибо, что были со мной, спасибо, что посмотрели эту огромную серию видео, спасибо, что следили за мной, и спасибо, что верите в меня до сих пор. Пока-пока! Chopping my timeline, 지루해진 day and night. 재미없고 다분해 뻔한 every day, yeah, yeah, yeah. 스피드 속에 우릴 보면 왠지 딴 세상 얘기 같아. 나만 빼고 행복해, but I'm not okay, yeah, yeah. 다들 완벽해 보이는 내일, 나 혼자만 로그 된 듯이. 이 세상과 내 마음의 거린 So far 이건 마치 hell yeah I'm not happy 행복한 척 tell yeah But I'm not happy 불행듯이 꿈이기 바쁜 feed 궁금하지 않아 난 semi free 이건 마치 hell yeah I'm on the
you're feeling, yeah. I got trouble, trouble healing, yeah. 필요한 건 오직 chilling, yeah. 난 놓아줄 수 없다면 delete me. 다들 완벽해 보이는 babe, 나 혼자만 knockout 된 듯이 이 화면 속과 내 마음의 거리. So far, 이건 마치 hell.